говорит теперь? Слава Украине! Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас изменили. Раньше нужно было героям славы отвечать. А сейчас в связи с войной изменили, надо отвечать по-английски. Ukraine has to be split apart. Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине. А ты отвечай, Ukraine has to be. Повторяй за мной. А вы откуда? Я из Канады. Повторяй, Ukraine has to be. Ukraine has to be. Split apart. Говорите. Слава, слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаете, сейчас изменился отзыв. Раньше был героем славы, а сейчас нужно отвечать Ukraine has to be split apart. Байден прислал... Байден прислал Зеленскому notice order, чтобы изменил. И сейчас будет опубликовано скоро, потом будете отвечать Ukraine has to be split apart. Серьезно? Да? А это нам, типа, Байден так прислал Зеленскому, и Зеленский скажет нам, типа, ну, отвечайте так, и мы будем так отвечать. Ну да, да. Notice order, это директивное указание. А вы откуда, Саня? С какого города? Майрополь. А, понятно. Ну вы что-то теперь, а вы что теперь не под Украиной, вам и так отвечать не надо. Да мы украинцы. Мы как раз и украинцы. Не, ну вы, может, украинцы по национальности, но сейчас там Мариуполь не под Украиной. Это... Не весь. Ну и только... Не с... Нет, жилые кварталы все, а только Азовсталь не все. Ну, промышленные только не все. А как вообще относишься к тому, что вот это на Азовстале происходит, в Мариуполе, как вообще к этой спецоперации? Ну, мне не нравится, как проводится спецоперация. То есть, по-твоему, более нужно было бы гуманно такое делать? Ну, я за Харьков переживаю, мне как это Харьков, то, что разрушение есть, я лично переживаю. За Харьков переживаешь, а Мариуполь, типа, ничего страшного, что такое. Ну, а Мариуполь я так, типа, могу посочувствовать вам. Но как тебе какие-то родственники или там воспоминания теплые? Ну, я сам из Харькова. Понятно. А чего в Россию переехал-то? Откуда ты взял, что я в Россию переехал? У нас страна Россия показывает. Ну, мало что показывает. Ты что, впервые рулетки? Тут рулетка показывает. Я в Канаде живу, если что. В Канаде? Да. Интересно. Да? VPN просто включил, наверное. Ну, раньше я включал VPN, а сейчас VPN даже не нужно включать. Рулетка сама определяет по регистрации. По регистрации в Facebook. Если ты регистрировался на русском языке, она тебе будет Россию ставить. Если ты не поменяешь. Серьезно, мы вообще сидим без регистрации здесь. Ну ты не можешь. Нет, ну может быть ты сидишь. Может если ты сидишь с мобильной связи, то может быть. Не, мы с ноутбуком. Нет, ноутбук может быть через Wi-Fi, а может быть через. От провайдера зависит. Некоторые провайдеры не проверяются, я согласен. Понятно. Короче, раз на раз не приходится. От провайдера зависит. Некоторые провайдеры чат-рулетка не проверяют или не может проверить. Понятно. Ну, а что переехал, да что там, более перспективная, интересная жизнь получается? Ну, в Канаду модно переезжать, вот взял да переехал. Чтобы... Не, я что-то без всяких, просто интересно послушать вот человека, который эмигрировал. Ну, я тебе объясняю, в Канаду модно эмигрировать, особенно в 90-х было. Я пока в 90-х собирался, в нулевых эмигрировал. И чем занимаешься? Private tutor, частные уроки даю. Частные уроки чего? Физхимии. А, физика, химия? Да. Серьезно? Читай так. Это типа репетиторство на высшем уровне такое, говорят. Да, ну по-русски репетиторство. А вы точно из Мариуполя? Да. А, понятно. Ну ладно, давайте, успеха вам, всех благ. Удачи. И здесь, на этом перекрестке. Сейчас уменьшу громкость. Говори теперь. Слава Украине. Ukraine has to be split apart. Знаешь, сейчас в связи с войной изменили. Раньше было ответ героям слава, а сейчас нужно отвечать Ukraine has to be split apart. Давай потребуй. Ты с какого города? Давай потренируемся. Я тебе говорю, слава Украине, а ты говори по частям. Ukraine has to be. Повторяй за мной. Ukraine has to be. Нет, Путин. Ты что, не слышишь, я тебе говорю? Ukraine has to be, говори. Путин хуево. Двойку тебе в школе поставят.
Слава Украине! Слава нации! Украин, хай с тобой сплит апарт. Знаешь, сейчас изменили отзыв. Раньше был героем слава, а сейчас надо отвечать Украин, хай с тобой сплит апарт. Давай потренируемся. Я тебе говорю слава Украине, а ты отвечай Украин, хай с тобой. Повторяй за мной. Ukraine has to be. Украина has to be. Правильно. Split apart. Что? Split apart. Повтори за мной. Split apart. Split apart. Split apart. Молодец, соображаешь. И здесь на этом перекрестке. Украин хейс, чтобы сплит апарт. Знаешь, сейчас поменяли. Раньше было героем слава отвечать нужно было. А сейчас отвечать нужно было Украин хейс, чтобы сплит апарт. В связи с войной. Давай, давай потренируемся. Я тебе говорю слава Украине. А ты говори Украин хейс, чтобы... Повторяй за мной. И что ты возвращаешь? Ну, типа Украина подать все. Говори Украин хейс, чтобы... Повторяй. Ну, ты говоришь на украинский, Украина подать все, а не... По-английски ну, теперь надо отвечать. Мова. Все. Какая мова? Говори теперь. Ukraine has to be split apart. Сейчас изменили отзыв. Знаешь, раньше был героем слава. А сейчас надо отвечать Ukraine has to be split apart. Запомнил? Повтори, я тебе говорю слава Украине, а ты отвечай, Ukraine has to be split apart. Я тебе говорю слава Украине, а ты мне отвечай, Ukraine has to be split apart. Ладно. Завтра прочитаю. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов. Сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, ищих в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Рокоссовський був. Ми зробили українським народом чоловік. Вітаєць! Україна, яка... Ось, ось, ось. Група економічна.